А благодаря этим людям я могу продолжать делать для вас видосы. Так что и вы можете меня поддержать на Boosty по ссылочке в описании. Спасибо. Здорово, народ, у микрофона Мистер Чейзер, вы смотрите мой дисплей канал, и мы продолжаем проходить первую Dungeons. Осталось тут вроде как парочка миссий, так что осталось мне немножечко вытерпеть этой скучной игры, и мы наконец-таки приступим к более интересным проектам у нас на канале. Ладно, поехали. Зло не ждет. Прекраск. Хозяин, не хочу вас просто так беспокоить, но вы еще помните Мартаса? Нет? Ну и не так уж это и важно. Как бы то ни было, этот падший воитель был ослеплен красотой вашей отвратительной начальницы и теперь является ее фаворитом. Он правит железной рукой и от ее имени глупыми жителями Прекраска. Кроме того, этот мерзавец украл у нас легендарный клинок судьбы. Я предлагаю вам немедленно заняться этим вопросом и уничтожить предателя. Ах, да, есть еще два лакея, которые теперь сражаются на его стороне. Но это уже так, мелочи. Ну это так, мелочи. Ну ладно, хорошо, погнали. Прекраск. И вот у нас, кстати, босс-файт, да? Мне картинка нравится вот эта вот в углу, которая с соплячком очень прикольно выглядит. Он так смотрит и думает, типа, господи, что я делаю в этой игре? Зачем? А ради чего? Хозяин, хорошо, что вы здесь. Противник пока что занял позицию. Ваше падение предрешено. Калипсо будет править. Клинок судьбы в моей руке уничтожит вас. Фу, жалкий предатель. Уничтожьте его и его лакеев. Покажите ему, кто настоящий повелитель подземелья. Ненавижу, блять, предателей. Так, всех будем драть в жопу. Что у нас тут? Опа, два типа. Вау. Так, гибель Мартаса. Я ж тебя вырастил, я ж тебя породил. Как у нас говорят, да, там типа, я тебя породив, я тебя и вбью. Вот то же самое с тобой случится. Я тебя породил, сука, я тебя и замочу. Так, а что у нас тут происходит? Какие-то дверцы. А что делать надо вообще? Освободить группы героев, победить противников и завладеть клинком судьбы. Вот проходы какие-то есть, да? Так, ну погнали сюда, у нас тут есть... Это не наше, да? Наверное, не наше. Надо потихоньку разобраться с подземельем, что у нас вообще тут есть, что у нас вообще находится, да, где вот выход один, выход второй, да? У нас тут есть небольшая комнатушка с оружейной. Ни одного сопляка нет, не понял, давай хотя бы одного. Что это такое? Так, надо заняться сначала подземельем. Это у нас оружейная. Для оружейной мы, значит, заделаем. Рычаг есть, вот давай такую херню. Такая херня уже есть, да? Давай тогда какие-то ящиков напихаем. И вроде все, да? Так, это у нас типа библиотека. В библиотеке давай какой-то стульчик, чтобы было классно сидеть. Так, это уже есть. Ну и какие-то полочки давай. Еще полочки. Так, тут еще у нас есть оружейка. Хорошо. Так, у нас хватает? Нет, не хватает. Сам спросил, сам ответил. Так, давай мы тут немножко покопаемся. Тут у нас есть золотишко. Лишним тоже не будет. Так, нам надо сначала двух этих развалить, я так понимаю, союзников, да, небольших? Так, тут у нас выход герои, они идут сюда, тут у нас тоже есть библиотека. Ага, это есть уже штука, давай в стульчик. И давай вот такие хреновины сюда. Хорошо, и оружейные. Ну, надо их побольше поставить, всякого барахла здесь, потому что чем больше барахла в комнатах, тем лучше эти комнаты работают, если я правильно помню. Испытание провалено, создание тьмы. Какое испытание? Я даже не понял ни хрена. Так, ангел у него есть, а у этого нет. Верхний, я так понял, проще. Раз у него союзника. Так, и пока мы обоих не победим, мы не сможем пройти дальше. Я правильно понял? Наверное, да. Так, у нас всего лишь одна пентаграмма. Давай с пентаграммами тоже разберемся. У нас только бесы. Ну, бесов давай, наверное, по центру расставим. Раз, там, я не знаю, два и три. Пусть они дефают нам все это дело, а я пошел наверх. Кто куда? А я наверх. Так, ну в принципе... А, вот, у них тут, смотри, уже подземелье пошло. То есть мы, в принципе, уже идем и... У них тут уже что-то есть. Так, ну поехали, подеремся чуть-чуть. Надо захватить там это сердце. Отжать себе эту территорию. Опа, привет.
Сейчас эта вся территория будет нашей. А, подожди, надо еще качнуться. Ну ладно, сейчас, секунду. Ну, ударь его. Хорошо, забираем пентаграммку. А, так, мы можем себе качнуть следующее. Давай немножко инты. Телосложение. И силу качнем. Так, идем дальше. Теперь это наша точка. Ну, почти. Опа, идет дефать свои... А, вот у нас герои какие-то есть. А нам, ну, как бы, надо их, типа, спасать, да? Или что? Так, ну, ударь его. Давай вот так. А он, типа, сильный, да, или что? Ну, смотри, как бьется хорошо. Я ему урон вообще наношу? Да, ну, как-то очень слабенько. Слушай, мне это не нравится. Давай тогда миньонов сюда. Пусть помогают. И давай, пока уж мы тут стоим, я заберу... А, не могу, пока меня бьют, не могу, да. Слушай, а жестко? Больно бьется, скотина? Вот это уже не девочки для битья у нас получается. Так я вроде прокачанный. Так, давай глянем, что мы тут еще можем грейдануть себе. Так, герои поперли уже. Так, так, так. Больше критических ударов, давай. И самодостаточный негодяй. Энергии душ больше дает. Ну, так себе. Не то, чтобы мне сильно было надо, но давай. Пусть будет. У нас, кстати, тюрячки нет. Это так, из неприятных моментов. Это из неприятных моментов. У нас нет тюрьмы. А где ж у нас герои будут содержаться? Ля, они гуляют у меня тут по... Эй! Иди сюда. Слушай, а миссия обещает быть жесткой, получается. А ну-ка что сюда. Ля, он прям хорошо нападает, так не слабо. Так вроде как... Так вроде как верхний слабее, оказывается, да? Так, это все еще наша пентаграмма. Надо, короче, как можно быстрее развалить вот этого типа сверху. По идее. Тогда будет все намного проще. Слушай, они прям жесткие. Не слабо, не слабо. Но я на своей земле, так что мне насрать. Так, у нас не хватает... Ага, да, есть такая херня. Так, давай сопляка вызовем, тоже тут пригодится. Так, этого добили. Хорошо, давай бесов дальше. Тар-та-та. У нас, короче, все бесы тут, они дефают нам сердце подземелья. Ну и пока что, мне кажется, на этом достаточно. Давай, раз, два, три. Я бы себе заказал этого. Хранителя. Так, ладно. Ну, хранителя сердца. Так, ладно, с этой проблемкой разобрались. Нам надо вот тут как-то забрать себе территорию, отжать. Было бы очень неплохо, кстати, согласитесь. Отожми мы тут пентаграмму, да? Ага, понял. Потому что здесь мы заберем себе вот эти черепа. А черепа — это классная тема. Слушай, а на этой земле что-то я слабенько я дерусь, да? Прям очень слабенько. А если я стану внезапно неуязвимым? Как вам такой ход? Я называю это ход гения. О, все. Не насрать. Ну, слушай, что-то как-то слабенький урон даю. Вообще слабенький. А че я такой слабый? Так, герои поперли уже. Почему я такой слабый? Почему он такой сильный? Не, ну он хилится. Но есть проблемка, я ему даже урон не наношу. Так, ладно. Миссия обещает быть сложной. Неожиданно. Так, а, не-не-не, иди сюда, лох. Ага, теперь иди опять сюда, лох. Давай, иди сюда, чмо. Не понял, иди сюда, я кому сказал. Давай, на мою землю идем. Или на нейтральную, давай на нейтральную территорию. Ах ты, сука. Боишься? Козел, вот козел. Слушай, ну как-то тут нечестно немножко, а, вам не кажется? Я так буду долго с ним сражаться. Так, надо тюрягу срочно делать. Без тюряги и жизни мила. Не будет у нас тюрячки. Ну копайте, ёкал МНЭ, парни, ну что такое? У нас сейчас будут первые герои интересные. Нам тюрьма нужна. Так, герои вроде как мутузят. О, первая тюрьма, хорошо. Готово. Хотя бы одна тюряга, но должна быть. Так. Кто-то нападает на вас. Слушай, я-то думал, сейчас можно будет с ними по бырику разобраться, а оказывается, нет. А может быть, пробежаться сюда и героев освободить? А, слушай, на них тоже нападают. А тут чмошник Барта стоит. Негодяй.
Негодяй. Так, ты ко мне идешь? Ну, давай посмотрим. Он идет чисто пентаграммы забирать. А хрен тебе, лысого. Стой. Так, ну слушай, а тип снизу какой-то послабее. Может быть, на типа снизу сначала выебнуться, а? А тип сверху, ну, на потом его оставить? Потому что, смотри, что-то как-то, ну, верхний тип, я его даже не пробиваю. То есть, буквально, я его даже не пробиваю. Вот одну пентаграмму получилось забрать, и на этом все. Ну, да, попробуем. Ну-ка. Побежали. Я тут спидранер со стажем. Вот, пентаграммка. Давай ее заберем. Хорошо. Я вроде как быстро это делаю. Да, очень быстро. Класс. Так, забираем. И тут еще где-то должна быть. Да, ну, но КД. 20 секунд КД. Ну, слушай, в принципе, если сейчас мы тут все пентаграммы у него поотжимаем, у нас, во-первых, и слотов будет больше. И всего остального тоже немало, да? Так, там сверху пентаграмму забрал. Монстров только что победил. Так, ждем. Нижний тип, как я вижу, слабее. И с ним как раз-таки будет проще разбираться. Надо, кстати, еще периодически на карту поглядывать, потому что тут всякие уроды могут на нас ломиться. Мне нужны вот эти вот точки. Так, забираем. Моя территория? Надеюсь, что да. Так, ну слушай, раз это моя территория... Единственное, что вот эти вот точки не мои. Я же забрал пентаграмму? Надеюсь, да. Так, эта пентаграмма точно моя. Вот эту надо теперь забрать. Испытание провалено, свобода для всех. В смысле? Это как так? Ага. Идет, 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 идет. Дефаться. Ну, сейчас мы тебя тут тоже разметелим. Эх, я быстрее заберу пентаграмму, чем ты прибежишь. Я тебе сейчас тут вообще героев освобожу, и ты тут будешь чилить. Вот прикол, да? Хозяин, вы освободили нескольких героев. Не вставайте у них на пути, пусть они выплеснут свою ярость в неприятельском подземелье. Отлично. Ну, я, как говорится, свое грязное дело сделал, можно и по съебам. Хорошо, все, вы тут развлекаетесь, у вас тут все хорошо. Правда, пентаграммы тут мои уже, ну ладно. Вот эта хрень не моя, вот это обидно. Может, там еще какая-то пентаграмма. А, ну тут сердце подземелья, да. Надо, короче, сердце подземелья развалить, и тогда будет все мое. Мое! Так, у нас не хватает слотов, это хреново. Давай тогда мы тут заделаем какие-то ловушки. Ля, они нападают на нас? Неожиданно. Так, тюрячка уже одна есть, это хорошо. Мы можем теперь сделать более уютные камеры. Вот так, например. Слушайте, я теперь тут... Вот эта миссия внезапно интересная. Я здесь хотя бы уже на побегушках бегаю, хоть что-то делаю. Это уже неплохо. Можно, кстати, сбегать сюда. Давай сделаем так. Так. Знаете почему? Я внезапно... Так, не понял. Какого хрена вы тут делаете? А ну-ка, кыши сюда. Ну добей его, ну пожалуйста. Добей. Хорошо. Я хочу освободить героев и здесь. Пусть они покошмарят подземелье этого типа. Давай, 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 бегом. Рищи, рищи, рищи. Где они тут? Где герои-то? А, вот они. Хозяин. Ага. Освободили нескольких могучих героев. Ну я надеюсь, что они могучие, а не лошары позорные. Потому что если они лошары, то это будет не очень приятно для меня. Опа. Ты смотри, кто этот не на ту территорию зашел. Дружок-пирожок, тобой выбрана не та дверь. Это моя точка, это моя территория. Так, о, герои пошли мочить этого стража. Ну пусть они его развалят, кстати, будет очень неплохо. Тобой выбрана не та дверь. Ну, сука такая, иди сюда. Куда он идет? Это мои пентаграммы, лох. Все, сверху он более-менее выведен из строя. Давайте к нему наведаемся в подземелье. Пока тут типа нет, я могу кошмарить его подземелье. Давай этим займемся. Тут как раз-таки герои веселятся еще. Так, шикарно. Забираем пентаграммы. Ну, герои нам, думаю, помогут здесь. Так, это наши типы, да? Да. А, там 1500 надо вроде как на ангела, да? Да, 1500. Ну, думаю, справимся. Где? Ага. Ну, блин, что такое долгий КД? Это прям напрягает немного, если честно. Давай, давай, он же сейчас воскреснет. Уже, походу. А, нет, у Бартос. Или Бартос, неважно.
Так, испытание пройдено. Шикарно. Где там следующая пентаграммка? Давай сюда ее. All your base are belong to us, да? Так, ну тут героя вроде мутузят. Сейчас у нас будет немножечко больше энергии душ. И будет веселее. Намного веселее. Так, тут, правда, есть некоторые проблемы, но я думаю, с ними разберутся бесы, которые скоро будут появляться. Так, забираем. Сейчас окружим его, так сказать, нашими подопечными. Так, следующая пентаграммка. А, ты уже все? Да, ну давай на мою территорию тогда идем. На моей территории веселее. Так, ну тут они лутаются, тут все хорошо. Опа, ты решил к нам прийти? Ну-ка иди сюда. Так, я не понял, стой. Кому сказал стой? Ну все, собственно, вижу тактика победы. Здесь это просто отжимать территорию и все, и стоять на своей территории и драться. Да стой, сука, стой. Куда собрался-то? А, на свою территорию решил пойти. Слабак. Ну ты слабак. Давай лучше на мою. А, все, да? Как там, на цешку надо смотреть, да? Так, тут все хорошо. Тут наши монстры-героев разваливают. Давай я тогда пошел наверх. Раз ты не хочешь со мной драться, я подерусь с твоими пентаграммами. Мне не сложно. Отожмем сейчас у тебя их. Забираем. Ты же даже не успеешь прийти. Вот и все. А это теперь моя территория. Ага. Съел? Губошлеп. Так, тут герои лазят, тут вообще весело, тут они в осаду вообще взяли этого. Один из ваших монстров только типа что победил героя. Так, тут сердце подземелья, тут само подземелье. О! Это, кстати, может стать нашим. Но у меня вроде слотов не хватает, да. Есть такая проблемка. Ну, когда подземелье будет мое, я думаю, мы с этой проблемкой разберемся. Но пока не до этого. Так, у меня тут герои сидят. Опа, иди сюда. Так, у него тут еще пентаграмма одна есть. Ну, пока он там чили, давай-ка мы сбегаем к этой пентаграмме, собственно. Чё бы и нет. Так, мы, кстати, две группы героев всего освободили. Спустился паладин. Уже? Опа, иди сюда. Так. Ты что о себе тут думаешь? Давай на мою территорию, зараза такая. Слушай, он сыт. Капитально ссыкует. А все. А все, это моя теперь территория. Испытание пройдено, монстры на меня работают. Интересно, что за испытание, ну ладно. Так, добиваем этого урода. Хорошо. Так, вот еще пентаграммка, ее тоже заберем. Так, там Палпадин, кстати, это хреново, придется скоро возвращаться. Но чувствую, мы сейчас все пентаграммы заберем, уже будет веселее. Сокровищница у них тут есть, все как надо. Все цивильно у типа. Так. Девиз этой миссии, так сказать, это экспансия. Command and Conquer какой-то прям, да? Командуй, завоевывай. Так, ну тут уже мои монстры дерутся. Погнали попробуем развалить. Хозяин, кто-то нападает на вас. На нас? А. Кстати, да, надо уже, наверное, бежать назад. Тут, это, проблемки. Так, давай скорости добавим. Опа, побежали. Тут просто паладин, нельзя это оставлять без внимания. Так, это убираем. У нас все равно 6 слотов есть. Да, паладина без внимания лучше не оставлять. Он та еще мерзость. Так, ну слушай, практически первое подземелье отжали уже. Это неплохо. Прям очень даже неплохо. Хозяин, кто-то нападает. Слоты даже есть, кстати, круто. Можем даже здесь где-то пентаграммку влепить. Хотя нет, подожди, вот эти пентаграммы мои. Да, так и есть. Эти пентаграммы мои. А, тогда получается мы можем тут пентаграмму влепить. С черепами, например. Хотя, когда мы заберем сердце, эта хрень станет моей. Это даже не обсуждается. Так, врубаем скорость. А, она уже врублена. Хорошо. Ну, понеслась. Вот куда-нибудь давай. Сюда, что ли? Тут герои лазят. Так, о, давай, иди сюда. Иди, иди, иди. Давай, давай, давай. Давай, подеремся. Так, ну пентаграмм вроде как у него больше нет. У него осталось чисто сердце, и на этом все. А куда? А стой. Надо как-то его заставить, что ли? Или ядовитыми стрелами пуляться? Я не знаю. Ну, типа, надо что-то с ним сделать. Видите, он боится.
Он убегает. А стой! Да не того убил-то, ё-моё. Ну он вроде не на своей территории стоит, он не хилится. Ну только так может хилиться, да. Так, иди сюда, скотина. Я сейчас... Ну, неуязвимость можно врубить, в принципе. Но, наверное, пока не будем. Давай круговыми атаками работать. Слушай, у меня, получается, есть какие-то еще классные скиллы. Давай ими попробуем. Да нет, не туда, ё-моё, ты куда? Да стой! Алло! А, ну, мне подходит. Мне, в принципе, подходит. Давай заморозочку. Надо, конечно, на Мартаса еще что-то оставить, да? Ну, там тоже, думаю, будет все весело. Так, подожди, это две группы героев. А где еще две группы героев? Хороший вопрос. Блин, жирный тип. Сейчас может меня даже убить. Да, надо отойти. А у меня хил есть. Герои повылазили. Но это к делу не относится. О, демон почти этот. Ну, ангел почти сдох. А, все. Теперь сердцем мутузим. Так, ну что, первое сердце практически готово. Шикарно. Надо будет потом сбегать ко второму. И все будет еще лучше. Прям спидран миссии какой-то получается. Не, ну на самом деле я просто игру хочу уже допройти, да? Поэтому в каком-то плане спидраню. А, все. До свидули. Нет у тебя сердечка больше. Так, один есть. Ха, и лакей пропадает в пыли неудачи. Великолепная работа, хозяин. Спасибо. Мне больше всего понравилось, как вы своими мощными ударами уничтожили все вокруг. Ты уничтожил одного из самых моих верных слуг. Да, было дело. Ты мне за это ответишь. Умри! Не-а. Ох, хозяин, пожалуй, вам как можно быстрее следует возвращаться. А что такое? А, адские гончие. Ну, это не такая уж и большая проблемка. Их всего там 4 штуки, черепок. Они типа периодически на меня будут направлять этих своих подчиненных, когда я буду нападать, да? Так, это мы забрали, правильно? Нет, не забрали. Это хреново. Давай черепок тут влепим. Надо было все-таки сразу его поставить. А где они нападают-то? По центру? А где нападение-то? Я что-то пропустил? Вот собаки. Они вообще нападают или не, или нет? Что происходит? Так, все, черепки теперь наши. У нас больше слотов. А кто на меня нападает? И главное, где? Я не вижу никого. Тут не собак. Ой, вот тут надо возвращаться. Вот это да, вот тут надо. Побежали. Вот тут бы вернуться, кстати, пригодилось бы нам. Не надо дать этим уродам наше сердце потревожить. Надо сюда кого-то еще, наверное, влепить, да? Но у нас ни собак нет, ну черепки можно сделать. Может, они помогут. А вообще, че это я туплю? У нас есть страж. О, другое дело. Давай прокачку монстрам дадим. И еще. На все деньги, так сказать. А все. Так, хорошо. А где там на нас нападения были, я не понял. Ни одного нападения не вижу. Так, тут сердца подземелья логично нет, да? Ну, короче, я так понял, они тут будут герои гулять и выходить из подземелья, наверное, да? Надо бы, наверное, сюда сходить их отмутузить, потому что мы тут сейчас можем до хера энергии душ нафармить. Это будет неплохо, кстати. Так. Потому что таких жирных героев выпускать из подземелья не очень хочется. Ну, как-то ее взять бы, может быть. А, ну сейчас ее сами заберут, хорошо. Так, и второго. Шикарно, просто ну они реально жирные, они тут отъелись. Ну это так себе. Так, все, поехали вниз. Они нам просто очень много сейчас энергии душ принесут. Мы прокачаемся. На все деньги, так сказать. Так, все, погнали сюда. Теперь надо дело тут делать. Тут вроде как со всеми проблемками разобрались. Испытание провалено. Да пофиг мне на ваши испытания. А, у меня темницы много мест, 14 аж, охренеть. Так, где я тут? Ага, ну поехали.
забираем. Это теперь наша. Слушай, они там буквально каждые 30 секунд качаются. Что за прикол? Так, тут героев мы освободили, как вроде. Денег до хрена. Тоже не может не радовать. А, ловушка, понимаю. Так, это мы тоже забираем. А, мы ту не забрали, да? Я случайно. Я на самом-то деле хотел ее забрать, но что-то не получилось. Так, ну это его территория, типа, да? Да. Давай отойдем на мою лучше. Или подожди, или это и моя территория тоже? Тут хрен поймешь, на самом деле, где еще территория, но вот вроде моя. Да. А это не моя территория. Хорошо, я понял. Давай тут тогда постоим. Все, стоять. Добиваем его. Хорошо. Так, пентаграмма не моя, да? Давай забирать. Что тут происходит? Тут какая-то мега жесткая расправа над героями или что? Добрель серебряная, ты что тут творишь? А ну-ка ж отсюда, это наше подземелье. Так, забираем все пентаграммки. Ага, давай дальше сюда. Так, соплячков еще давай сделаем, пусть будет больше. Чем больше, тем лучше. Так, это наше, вот это не наше. Сейчас полностью обложим сердце моими пентаграммами. Да ё-моё. Создадим, так сказать, свою территорию, где можно и хилиться, и прочими делами классными заниматься. Но миссия на самом деле интересная. То есть, предыдущая была миссия очень душная и скучная, а вот это еще ну куда ни шло. Испытание пройдено. О, прикольно. А, мне за это что-то дадут или нет? Так, давай, кстати, захилимся. Мало жизней. Хорошо. Мне за это дадут, наверное, какой-то свиток посолственный, который мне нафиг не всрался. Блин, а если честно, вообще не понимаю смысла этих свитков. То есть они прикольные, но они такие слабые. Если бы их давали, знаете, типа там уровня какого-то 20-го по силе. Мега жесткие, тогда да. А так они слабые. Так, один противник побежден. Героев мы всех не освободили еще. Но думаю, сейчас с этим делом мы разберемся. Так. Хозяин, тут какая-то дорога, но она закрыта. Вот тут, кстати, тоже территория не наша, но я думаю, мы тут пентаграммки еще какие-то влепим, и территория станет нашей. Так, 10 секунд. Блин, как же долго ждать, ё-моё. А он стоит возле сердца, да? Он уже все. В осаде, так сказать. Так, ну, осада осадой. Тут что происходит? Тут сейчас жирный тип уйдет. Эх, обидно. Ну, вроде как у меня хватает энергии душ, да? 29 левел, мы даже сейчас сильнее будем. Так, забираем. И последняя пентаграммка останется, вот. Так, и теперь мы с тобой подеремся, мистер герой. Да паладин? Нет. Просто герой. Так, слушай. Осталось последнее, да, тут дело? Я слышу, это наше будет. Это наше тело. Отжал тело буквально. Так, хорошо, хорошо. Тут герои бегают, потому что их добивают. На вас нападают. Тут все шикарно. На меня, кстати, нападают. Кто? А, ну да, кто-то нападает. Так, надо отойти похилиться. Герой удалось уйти из вашего подземелья, хозяин. А, да пофиг. Мы тут с предателем деремся, с Мартасом. Так, сейчас отхилимся и пойдем утузить сердце. Ну, сначала надо героя, наверное, их развалить, да? Вот этого вот. Ну, тут вроде как наша территория, вот это вот. Да, это уже наша территория, погнали сюда. Шикарно, это уже наша территория, то есть его территория ограничена вот этим кружочком. Ну, по идее. Ну-ка, давай глянем, 173, 360. Да, это наша территория, хорошо. То есть, в принципе, тут его можно забайтить как-то и развалить. Давай, иди сюда. Так, слышь ты. Иди сюда. А, ну ладно. Ангела своего натравить на меня вздумал. Но мы с ним тоже быстренько разберемся. Я могу стать и бессмертным вообще-то. Если вы не знали. Так, сейчас ангела добиваем, идем хилимся, и потом валим вот этого типа. Хорошо, отходим, похилимся. Ну, конечно, я неуязвимый, но... Тем не менее, слышь, тут героев прям реально много стало. Что такое? Что за герой-апокалипсис какой-то? Что происходит?
Чего тут так резко много стало? Так, давай, хилься, 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 быстрее. Время не ждет, нам надо срочно предателя убивать. Ну, сначала я с этим разберемся, потом с предателем. Я так понимаю, где-то тут еще две группы героев тусуются у него, да, потому что мы только двоих нашли. Да бей ты его, он тут уже все. Он уже сдаться готов. Готово. Так, второе сердце. Кстати, на меня какую-то реально группу собак хотели спустить, но они вроде тут остались. Они типа не вышли, да? Сейчас, наверное, отсюда тоже собаки какие-то пойдут, но толку от них. Кстати, пентаграмма это не наша. Почему? Вопрос. Ну сейчас станет нашей. Так, дело сделано. Ах, какая же это великолепная музыка для моих ушей, когда уничтожается сердце вражеского подземелья. Согласен. Хозяин, пора отплатить Мартасу за предательство и отправить его навстречу с его неблагочестивыми богами. Окей, сделаем. Так, опять собаки какие-то. В прошлый раз что-то не очень вылазка у вас была собачья. Вообще не почувствовал. Так, ну хорошо. А можно их хотя бы как-то увидеть на карте, я не знаю. Где они, типа? Вот тут? Ну, походу, да. Слушай, ну они вообще не идут. Не идут. Типа, нам открыли просто проход. А, вот они. Ну, как-то срать на них. У меня монстр сильнее, по идее. Капец, тут драка идет. Там, если что, у нас есть кому контрить это дело. Так, 35 уровень из 40. Тут вроде как есть кому контрить. Давай мы сердце немножко наше тоже укрепим. Я не знаю, еще тут черепок. Черепок. Так. Опа, это что такое? Ты решил ко мне сам прийти? Ого! А, все? А что ты так быстро сдох? Слушай, Мартас, я был о тебе лучшего мнения, думал, ты намного сильнее. Оказывается, нет. Так, и? Что происходит? И? Так, ну хорошо, двери какие-то закрылись. И чё? В чем прикол? Типа, вот эти двери закрылись. Ну, и? Мне-то что с этого? Пентаграммы, кстати, забрать можно. А мы и заберем. Собаки тут междоусобицу устроят. Так, адские гончие. Кстати, мы теперь можем их строить, да? Да, только места нет. Хотя, как это нет? А, стоп, у нас же нет этого. Ну... гнезда. Что что происходит? Вы же должны их вообще изи развалить. Паладин, вы должны их на изи развалить. Вообще в легкую. Кстати, блин, у Мартаса получится свое подземелье. Этот мальчик так быстро растет. Эх, я с него такого хорошего негодяя вырастил. Прям аж завидую. Такой классный стал. Так, давай тут выкопайте все, ребят. У нас тут вроде как денежки есть какие-то. Тут, кстати, большущая сокровищница. Ля, как много тут денег. Ё-моё. Вот это тут можно раскопки устроить. Давайте, вы тут все равно ничем не заняты, сопляки. Вот так вот, вот так вот. Хоть чем-то займетесь. Пока я тут пентаграммы под себя отжимаю. И территорию делаю своей. Хорошо. Так. Тут вроде как тоже какие-то... Не, ну я как бы сначала пентаграммы заберу, да? О, группа героев. Пошли, освободим, пусть они кошмарят тут все. Задание дополнительно сделаем, а пусть будет. Ваша игра подвисла. Она на самом деле сохранилась. Великолепная так. Работа, хозяин. Эти герои наверняка посеют панику в рядах врага. Ты, я на это очень предатель, надеюсь. Предатель, отпускаешь моих узников? Ну, погоди у меня. Я покараю тебя своим клинком судьбы. Это кто у нас тут еще предатель, скотина? Сам пошел к этой Калипсо кланяться. Опа, это что такое? Огненные черви. Кстати, я их до сих пор ни разу не строил. Даже не знаю, как они выглядят. Так, так, так. А где же у вас герои? Еще обитают. Я сейчас тут у тебя устрою. Я тебя сейчас тут... Это что такое?
Демонический паук. Блин, у меня вообще такого не было, серьезно. А, вот они. У меня такой херни не было. Великолепно, хозяин. Эти герои наверняка обрушатся своей мощью на вражеское подземелье. Послушай, мошенник, это были мои узники. Уже нет. Я и мой клинок судьбы заставим тебя ответить за это. Ну, попытайся. Так, дело сделано, мы пошли сюда. Ну, кстати, пошли. Судя по мини-карте, мы полетели. Так, тут герои дерутся. Все хорошо. Сейчас давай качнемся немножечко. 37. А, все, да? Так. Ох, тут сейчас весело. А, слушай, они пошли на сердце, они пошли сердце штурмовать. А мне типа надо клинок судьбы где-то забрать. А где он? А где клинок судьбы, интересно? А будет считаться то, что я сердце уничтожу? Или нет? Ага, вот он. Мне типа тебя отмудохать надо или как? Вопрос, конечно, хороший. Давай попробуем. Бэм. Отдай клинок судьбы, скотина. Не могу. Не работает. Один из ваших монстров... А, Мартас, бывший паладин добра, вернулся к козлу. Нет, он не поменял себе имя, но Дарт, чего-то там у детей у него нет. Блин, я не могу забрать. Я ничего не могу сделать. Обидно. Один из ладно. На ваш я думаю, надо просто... Настраж? На вас нападают. А, ну да, есть такое. Я думаю, тут надо что-то другое сделать. Не знаю что, но что-то надо. Так, герой, я вас освободил. Вы должны мне служить. Так, моя пентаграмма, нет? Да, моя, могу ее сносить. Так, экспансия пошла дальше. Один герой скончался во время боя с монстром. Да, тут на самом деле какой-то хаос происходит в этой миссии. Вообще нихера не понятно. А что? А где мне искать эту фигню, интересно, а? Ну, клинок этот. Я как бы не против его себе забрать, но я бы знал, где он хотя бы. Было бы уже неплохо. Так, испытание против накопителя. О, очков насыпали. Давай, телосложение, больше хпшки себе дадим. Хорошо, так, еще можно себе вот тут что-то качнуть, да? Больше энергии душ. Ну давай, пусть будет. Я так вижу, мы за все прохождение типа не можем прям все качнуть, да? Обидно, конечно, ну ладно. Ох, капец, они тут веселятся. Ну удачи им там. Я пойду сюда. Тут еще пентаграммки, кстати, есть или нет? Да, вот одна есть. Вот это. Возле сердечка прям. Так, а что мне сделать-то вообще надо? Так, ну героя, кстати, почти стража добили, хорошо. Мне, по идее, надо Мартаса убить и... Че еще? Так. Хорошая тюряга у тебя, кстати. Ты тут классно поместишься, Мартас. Слушай, прям в каждую будем тебя... темницу по очереди кидать. В честь моей победы. Ой, давай захилимся. Территория просто не моя, мне как-то тяжеловато здесь. Так, ангела надо добить, героя. Хорошо, затем Мартаса давай немножечко размудохаем. Он вообще стоит и нихера не делает, он уже признал свою судьбу походу, да? Да, он принял свою судьбу, давай сердце развалим. Я не знаю, что надо сделать, завладеть клинком судьбы. Что тут надо сделать, хрен его знает. Но, видимо, надо просто развалить ему сердце. То есть убить его просто, ну я так думаю. Слушайте, ну герой у меня прям вообще вкачанный, он просто в соляного все тащит. Мне даже как бы ничего делать не надо. И по сути, вот это одна из главных проблем этой игры. Это то, что здесь все делает твой персонаж. Это реально проблема. Здесь походу разработчики хотели сделать Dungeon Keeper, но получилось RPG какая-то. Где у тебя главный злодей бегает и всех мудохает. А по факту должен, ну, герой твой где-то там в подземелье ходить, руководить всем. И... По большому-то счету, твои подчиненные должны все грязной работой заниматься. А по факту мы это делаем. Это странно. Хорошо, что вот во второй данжен с разрабы это исправили. Где наш герой реально сидит, был предатель, всем командует. Нет предателя. Если хотите, можете его на прощание пнуть пару раз в бок. О, это я с удовольствием. Вы же хотите, верно? Было бы очень приятно за этим наблюдать. Значит, ты уничтожил моего слугу. Вообще-то это был мой слуга. От него все равно не было никакого толку. Ну ладно. Раз уж он даже тебя остановить не смог. Вижу, это все же работа для женщины.
Ну, скоро я к тебе приду в гости, Калипсо. Этот предатель Мартос повержен, хозяин. Ваша цель совсем близко. Это да. Ну что, ребят, осталась у нас последняя финальная миссия, которую мы пройдем, как обычно, в следующем видео. Так что, чтобы это не пропустить, обязательно подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, лайкайте, комментируйте. И не забывайте про наши крутые ссылочки в описании. Заходите в группу ВК, в Дискорд канал, ну и на стримы тоже. Буду всем и каждому там рад. На этом все. У микрофона был злейший и скучный злодей мистер Чейзер. Всем удачи, всем пока.